Здравствуйте, дорогие мои друзья и подписчики. Сегодня мы начнем заново новую игру. Мы разберем более подробно игру. Быстренько создадим аватар мужской. Так, пол у нас мужской. Чем-то женский. Даже мужской. Ну, давайте примем. Далее. Бизнес-эксперт поставим. И давайте про игры будем снимать. Имя. Назовем себя. Так, назовемся Лёша. Название канала. Дядя Лёша. Как, в принципе, и называется наш канал. Принимаем. Так, смотрим. Так, это мы все пропускаем, обучение. Обучение пропустить. Ну, начинаем создавать новый ролик. Видеоигра у нас есть. Так, давайте. Геймплей создаем. Мы пока только можем геймплей писать. Еще не изучили. Ничего более подробно. Тут по нулям все ставим. А тут единичку можно. Одноправленный. Камеру. Так, все. Пишем. Так, это наши задачи, которые надо выполнить за это. Бонусы нам. Можно, в принципе, и не выполнять. Так, мы смотрим, тут плюс один, тут плюс два. Актерскому... Давайте вот так вот сделаем. Сразу получим плюс один. Вот это нам надо перекрыть. Это мы уже выполнили актерское. Все мы выполнили, кроме зелененькой шкалы. Давайте зелененькую выполним. А вот это вот... Так. Давайте... Ой, что... Вот так. Все, добавляем. Все мы выполнили. Смотрим, единички везде. Обработка. Принять. Смотрим. О, интерес, 70 у нас рекорд. Популярность консоли 64, популярность игры 78. У нас новый уровень сценарий и актерская игра, новый уровень и новый уровень качества видео. Опубликовать. Опубликовываем. Надо сходить в школу 3 раза. Давайте сходим учиться. У нас, смотрим видео, один только дизлайк, остальные 4 лайка есть. Отучились. Видео запустилось. Давайте снимем еще одно видео. Не, пока сходим в школу, пока это видео у нас публикуется, 2 раз в школу публикуется. Вот один дизлайк, просмотров 107. Подписчиков 59, 60, мне их пока не приносит. Еще мало у нас подписчиков. Так, и 3 раз учиться сходим. Сон у нас подходит уже к завершающей. Шкала завершается, у нас надо поспать сейчас будет. Вот, да. А, чуть. Дайте спать. Поспим. Так, задание мы выполнили по школе, мы получили. Смотрим. Так, поздравляем, вы теперь 2 уровня. Перейдя на новый уровень, можно открыть больше лампочек, навыков, видеоклипов и товаров в магазине. Хорошо, смотрим. Так, из уст в уста. Так, 1 звездочка у нас, лампочки 3, 4 у нас открытие в компьютерах, 3 карточки, одежды 5 и предметов 3. Так, смотрим.
Дайте покушаем, пока у нас еда бесплатная. Потому что мы живем с мамой. Родителями. Достать новую видеоигру. Сейчас мы купим первые шаги. И я зарабатываю на жизнь $5. Давайте новую видеоигру сейчас купим. Так. Идти в магазин. За покупками. Так, у нас тут что? Один дизлайк. Так, за покупками. Вот тут у нас игры. Давайте мы поставим новейшие релизы. Так, январь. Сейчас у нас что? 4 января. Вот эта игра. Цена 35. Давайте ее. И вот она хорошую оценку имеет. Хотя вот это лучше. Ну, давайте. Вот это хорошее. Давайте вот это. За $50. Принять. Сейчас придет. Задачу выполнили еще одну. Давайте посмотрим, что за карточки нам доступны. У нас 275 очков. Вот это не хватает у нас. Пока не хватает у нас очков чуть-чуть. Так, поздравляем, вы 77-й. Пользователь нашего онлайн-магазина. Подождите, пожалуйста, продолжайте забывать потерянный приз. Так, читать дальше. Вот, деньги мы получили. Так, первые шаги. Я заработаю на жизнь. Открываем игру, сейчас делаем игру. Выбрать игру. Мы сегодня поиграем до следующей квартиры перехода. А потом мы продолжим. Так, снимаем геймплей. Переход на новую квартиру, я имею в виду. Когда мы перейдем уже, и тогда ролик закончится, а потом я сниму продолжение. Сохранимся. Так, смотрим. Тут 2 на 2, 1, 2. Давайте, 1. Есть еще одно очко нам надо. Так, давайте вот эту карточку. Сейчас плюс 1 мы уже выполним. И тут мы выполним. А тут мы ничего не выполнили. Тут выполнили. Так, 1-1. Давайте мы с вами вот эту карточку возьмем. Тут мы выполним. И у нас музыка осталась. Музыку мы не выполнили. Единственное. Все. Музыки у нас тут нету. Опубликовать. Принять. Смотрим оценки. Ну, 70 у нас интересно. Нормальная популярность игры 100. Вот хорошую мы игру взяли. Опубликовать. Так, идет загрузка. Мы пока первые шаги. Так, мы с вами сходим. А, нам пока нельзя. Ждем. Работать нам пока, имею в виду, нельзя. Давайте поспим пока. Сил накопим. Пока загружается. У нас пока ограниченные возможности. Ну, давайте поедим чуть. Так. Игра вот грузится у нас. Сейчас посмотрим. Подписчиков у нас 90. Денег у нас 70. Зрителей просмотров 434. Так, мы поели. Так, смотрим. Тут пока нам ничего не доступно. Учиться нельзя. В следующем уровне можно обучаться. В полочке там будет. Такая особенность квартиры будет. Ух ты, все лайки. Так идет. Мама сейчас нам разрешат работать. Вот она обрадовалась, что мы хорошо учились. Так. Теперь сходить в школу 2 раза. Давайте сразу сходим. Со школы лучше не шутить. Будет больше возможностей. Так, есть. И второй раз.
сразу эту задачу выполним, самую легкую. И у нас останется самые такие тяжелые задачи. Отлично. Запускаем видео. Так, эту задачу мы выполнили. Давайте. А, мы уже на второй уровень перешли. Смотрим, мы еще одно очко заработали. Тут три, тут одно. В программе три лампочки. Так, давайте посмотрим, что мы. Я бы взял впечатления, потому что они нам не дам высшим играм, чтобы заинтересовать ваших поклонников. Давайте впечатления откроем. Так. Ну, давайте снимем еще новый ролик. Так, давайте же. А эту игру мы продадим. Она уже популярность у нас за $9. Популярность потеряла. Давайте геймплей, потому что превью уже опоздали снимать. Геймплей еще один сниму. Тут все то же самое. Также. У нас без выбора. Сразу задачу выполнили. Тут мы ставим вот это. Тоже задачу выполним. И нам две задачи останется. Музыка и видео. Видео берем вот эту. Так. Тут мы все выполнили. Видео есть. Музыки так не хватило. Нам надо еще компьютер усовершенствовать, чтобы было больше лампочек. А лампочки позволят нам карточки увеличения. То популярно 65. Интерес упал. Ну, ничего. Давайте поспим. Быстренько, пока будет загружаться. Потом сходим поработаем. Денежек наберем. У нас $79. Ну, я думаю, где-то... Так, сейчас посмотрим. Что за работа у нас есть? Давайте мы пойдем натирать. Ой, $20 платят за 4 часа. Самую высокую оплачиваем, выберем. На данный момент. На $99. Давайте еще сходим, поработаем. Тут что? Вот у нас уже разносчик газет $45. Смотрим. 570 подписчиков с этого видео. У нас уже 660 подписчиков, и мы задачу одну выполнили. Так, у нас 1000 просмотров и $1 нам YouTube дает. Да, один дизлайк, видите. Так, ну что, давайте еще поработаем. Там есть смысл сейчас зарабатывать деньги. $1 уже заработали с последнего видео. 1000 просмотров у нас. Так, тут у нас уже на грани, давайте поспим. У нас $189 заработали мы с вами. Так, посмотрим, поговорим. Так, он просит, чтобы мы сняли игру. Давайте поедим. Сейчас придет игра. И мы снимем по этой игре видео. Вот пришла игра. Открыть. Сейчас будем задание выполнять за денежку. Давайте откроем. Выберем игру. Так, вот значок такой за денежку. Геймплей нам надо снять, чтобы он денежку заплатил. И время у нас идет 5 дней, 7 часов. Начнем. Заработаем денежку. Она сейчас нужна для переезда. Так, смотрим. Ну, без выбора. 2-2-2.
Везде 2 надо набрать очка. Тут мы уже набрали. Смотрим. Давайте вот это возьмем, чтобы музыку нам перекрыть. 4 и видео. Все, мы все задачи уже выполнили. Монтаж вот так сделаем. Смотрим, что нам добавим вот это. И актерскую цвета фокусировку. Принимаем. Смотрим звук. Так, интерес 70. Популярность игры. Опубликовать. Все, загружается. Здравствуйте, Алексей. Приветствует вас YouTube. Вы заработали первые 100 подписчиков. Читать дальше. Вот мы 15 баксов зарабатываем. Наверное, они хотели сказать 1000 подписчиков, а не 100. Так, что мы делаем? Давайте сходим поработаем. По учебе нам пока ничего тут не сказано. Если нас отругают, конечно, то быстрая задача. Так, заработали. Давайте еще раз поработаем. Давайте разносчик газет. 45 баксов заработаем. А видео-то грузится у нас. Интересно, сколько сейчас мы заработаем на чужом видео. Видео, то есть наше, а игра чужая. Так, сейчас нас будут ругать. Вот нас отругали. Поговорить. Большое спасибо за публикацию этого видео, Лёша. Я расскажу друзьям, что у тебя талант. Хорошо. Так, мы зарабатываем первые наши деньги. Так, это они нас пригласили на событие. 50 баксов, правда, стоит. Так, спать срочно. На, какие задачи? Посетить выставку, превью, а где же посетить школу? На школу ничего не выставили. Ну, давайте школу, поучимся, сходим. Видео пока грузится. $3 мы уже сейчас получим с него. Давайте снимем наше видео. По этой игре геймплей. Тут мы ничего не покупали пока. Чтоб переехать. Я коплю деньги, чтоб переехать. В другую квартиру с родителями съехать. Так, тут ничего у нас выбора нет. Сейчас, кстати, новую карточку нам надо открыть. Тут что мы берем? Давайте также музыку выполним. А тут мы возьмем вот эту карточку. Ах ты. Как у нас... Так, итак, мы не выполнили одну задачу. Ну, давайте посмотрим, сколько нам интерес будет. Ну, ничего, интерес нормально. И популярность игры хорошая у нас еще. Так, давайте. Тут что у нас? Грузится. Давайте мы поработаем, сходим. Разносчик газет. Так, нам покушать уже скоро надо и спать. Смотрим, смотрим.
Давайте мы поспим. Сон. Тут загружается видео у нас. Так, поспали. Давайте поедим. Эта шкала уже падает. Энергия. Поедим. Так, у нас один дизлайк. Кстати, давайте карточку пока откроем. Вот это у нас хорошая карточка. Приветствие. Давайте ее возьмем. Отлично. Так. Тут что у нас? Пока идет. $1 мы заработали. Жирная так, школа. Ну давайте еще раз школу сходим. Проблем не было. Так, 316 баксов мы уже заработали. Так, давайте мы еще поработаем. Дайте разносчик газет. И снимем потом еще одно видео. С новой карточкой у нас уже будет. До мероприятия один день 9 часов осталось. Так, сходили. Отлично. Давайте снимем новое видео по игре. Давайте геймплей. Снова карточка-то получше будет. Тут все то же самое, без изменений. Но ничего не покупали. Так. Давайте, что у нас? Вот эту карточку возьмем. Новую. Приветствие. У нас уже выполнено две задачи. Тут мы смотрим, что. Давайте вот эту. Вторую задачу выполним. Вот так. Три задачи перекрыты, осталось только видео. Ну и вот это. Все, мы выполнили. Все задачи. Сейчас хорошие должны быть оценки. Теперь монтаж. Монтируем все хорошо. Улучшаем это. И давайте видео. Обработка принять. Смотрим. Не, интерес 55. Упал интерес. Опубликовать. Ну ничего. Так, что у нас? 8 часов осталось до мероприятия. Пока поспим. Становим силы свои. Давайте сходим на мероприятие. Отлично, пойдемте. Продолжать в том же духе. Интересно. Так. Подписчиков минус 5 разочарован. Так. Что у нас? Смотрим. Ну давайте подойдем вот к этому. Не хочет ничего нам. Давай. Давайте просто поговорим. Смотрим его профиль. Сценарий 7. Так. По музыке он специализируется. И он нам не подходит. Мы по играм. Так, покупать ничего не будем. Больше не с кем разговаривать. Вернуться домой. Покупать мы ничего не будем. Новую приставку. А не ретро. Она не пригодится. Сейчас я принимаю при въезде в новую комнату. Мне захотелось ее изменить. Так, хорошо. Пока не можем. Пока грузим. Так, тут что, поговорить? Поговорим. Так, школьная жизнь 10 дней. Так, тут все лайки у нас. Давайте мы с вами. Мы пока что сделать покупку. Выбираем за покупками пока. Так, смотрим. Для дома. Ну,
Я вот вентилятор хочу купить. Принять. Мы отлично провели время на выставке. Так, пойдем вместе в эту квартиру. Так, нас приглашают переехать. Смотрим. Мы выполнили задачу. Ну что, переезжаем, друзья. Давайте посмотрим, что нам скажут родители. О, нас хорошо поздравляют с хорошим обучением. Давайте откроем вентилятор. Отлично. И давайте посмотрим. Тут что? Давайте, наш дом. Так. Вот, давайте переезжаем. Будем платить 80 баксов, 4 мегабайта скорость сети, одно рабочее место, максимальный уровень 12. Получить 160 качества заезда, чтобы переехать. У нас есть деньги. Переезжаем. Очень хорошо вам. Так, неделю переезжаю, занимаюсь, поздравляю. Так, мама обрадовалась. Так что мы переезжаем. Ну, теперь у нас еда будет платна. Вот. Все, переехывает в комнате. Внесем мысль о том, что действие зарабатывать на жизнь, публикует видео на YouTube. Кроме того, в этой квартире можно было пройти несколько курсов, улучшить мои навыки создания видео. Но у меня были и другие обязанности. Хорошо. Он хочет сейчас съесть сэндвич. Давайте съедим. Так. Так, сэндвич. Отлично, давайте поговорим. Давайте купим еще сэндвич. Потому что он нам говорит, что они закончились. Это наша комната такая. А, давайте мы вот сосиски лучше купим. Отлично, в эту квартиру было преимущество. Я мог зарабатывать очки харизмы и улучшить свои навыки. Благодаря курсам это я могу начать книжные полки. Я мог возобновить прохождение курса, когда хотел пройти через книжную полку. Хорошо, принять. Привет, Алексей, готовит, скоро выйдет телефон. Так, 900. Короче, телефон выйдет. Дайте карточки, пацаны, это очень важно. У нас пока очков недостаточно. Ну, на этом мы закончим, дорогие мои зрители, подписчики и друзья. Так, на следующем видео мы будем в этой комнате развиваться, учиться и зарабатывать денежки. На этом я прощаюсь. Кстати, мы 5 баксов сейчас заработаем. Прощаюсь, до новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь и комментируйте видео, пожалуйста. Счастливого вам дня. Пока.